В Ленинградской области с 8 по 15 октября прошли соревнования по шахматам на Кубок губернатора Ленинградской области, в рамках которых состоялся последний этап детского Кубка России в этом году. В возрастной категории до 11 лет среди девочек в классических шахматах достойно сыграла учащаяся 4 класса гимназии номер 5 города Кызыла Саюди Аюн. Она уступила шахматисткам из Эстонии и Ленинградской области. Еще одну бронзовую медаль Саюди завоевала во взрослом блиц-турнире в категории среди девушек.